Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Сегодня у нас на календаре 23 апреля, и многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Флегонта. Это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как «горящий». Небесным покровителем его является священномученик Флегонт Пангильский, пресвитер. В конце XIX века на Ярославской земле родился Флегонт. Был он сыном священника, так что с самого детства искренне возлюбил Господа Бога нашего. Достигнув совершеннолетия, он окончил духовную семинарию, после чего несколько лет служил учителем в церковно-приходской школе, а после был рукоположен во священника. Отец Флегонт считал, что необходимо одаривать любовью и просвещать о Боге не только свою паству. От этого часто менял приходы, тем самым наставляя в вере все больше людей. Когда пришла война, батюшка сам вызвался на фронт, где служил в военных лазаретах, укрепляя духовно раненых и умирающих. Молва о ревностном служителе церкви распространилась далеко за пределы Ярославской губернии. За свои заслуги отец Флегонт был награжден золотым наперстным крестом, спустя несколько лет возведен в сан протоиерея и назначен одним из благочинных города Ярославля. Но спустя годы ожесточились гонения на русскую православную церковь. Отца Флегонта арестовали, как и других священников. В тот же день батюшке предъявили обвинение в антисоветской деятельности и осудили на 3 года ссылки на север. После, вернувшись домой, отец Флегонт поселился в маленькой деревушке и стал работать на железной дороге в низших должностях. Однако спустя несколько лет его снова арестовали, как бывшего священника. На этот раз батюшку Флегонта осудили на 10 лет. Но не прошло и полугода, как священник скончался от болезни и был погребен в безвестной могиле. А еще своими молитвами к небесным заступникам мы поздравим Терентия, Африкана, Максима, Александра, Федора, Якова, Григория и Дмитрия. Не забудьте посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С Днем Ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас. Да хранит вас Господь!